лаборатории, но главные три самые большие проблемы в регионе. Гагаузии? Да. Ну, первый отток людей, то есть то, что массово уезжают люди. Во-вторых, слабое социальное обеспечение. И я говорю о социально уязвимых слоях, о пенсионерах, о многодетных и так далее. Ну и третье. Нам здесь нужен все-таки управляющий. Нам нужен человек, который придет и будет пахать. Нам не нужны здесь политиканы, нам не нужны здесь хозяева жизни. Нам нужны пахари. Тот, кто придет и будет совместно с народом работать и что-то менять здесь. Самая главная проблема то, что нету рабочих мест. Это очень большая проблема. Отсюда все идет. Ну, мы не говорим о том, что нет рабочих мест. Слабая экономика. Слабая экономика. Будут рабочие места, будет развиваться экономика, люди вернутся. И никто не хочет уезжать. Кому хочется уезжать? Вот. И я думаю, что вот если в этом направлении все-таки вопрос решится, то и все остальное решится. Вот. Потому что остается только население. Мы смотрим, что в основном вымывается это такое работоспособное население. Оно вымывается, остаются, к сожалению, вот люди. Или молодежь совсем, которая там до лицейского дойдет уровня. Вот. Выпуск с лицея, все, уехали. Вот. И люди, которые уже возраст, которые уже, конечно, никуда не уедут. Они на пенсии. И что получается? Работать-то некому. Самые большие проблемы? Ну, я думаю, что это... Заработная плата людям, чтобы немножко хоть добавляли людям. Безработица, да? Безработица. Очень многие молодежь, очень многие уезжают из-за того, что из-за того, что люди, это молодежь наша учится на ту профессию, которую они учатся, они не могут у нас здесь в Гагаузии это работать. Вот из-за этого, вот поэтому многие ребята уезжают, но молодые не хотят здесь работать из-за условий того, что работы нет в нашей Гагаузии. Дороги, в первую очередь, дороги. Дороги, многие фирмы не работают, без дела стоят.